В эти выходные на восточную промзону в Когалыме водители привычным путем попасть уже не смогут. Дорогу перекроют в воскресенье. Для автотранспорта подготовлена объездная дорога. С северной промзоны и левого берега в правобережную часть города можно будет проехать по улице Дружбы народов. Объездная дорога, промышленные базы там находятся, то есть все, она уже готова к эксплуатации, подрядчик расставит дорожные знаки. Информация будет размещена на официальном сайте вместе со схемой перекрытия. Жители могут ознакомиться также в официальных мессенджерах. Перекрытие будет частичное, пока не полностью. И жителям как бы следует учесть тот момент, то, что с северной промзоны, если в левобережной части города, они не смогут по проспекту Нефтяников попасть в правобережную часть города. В левобережную часть города проезд будет открыт, на восточную промзону, с восточной промзоны будет также проезд пока открыт. На этом участке будет построена дорога с круговым движением. Сегодня рабочие залили фундамент под установку локальных очистных сооружений. Планируется укладка нового асфальта с разметкой из холодного пластика. Новое кольцо свяжет между собой левобережную часть города, северную, восточную промышленные зоны и трассы на Сургут, Покачи, Лангепас и Нижневартовск. Центр развязки «Восточная» украсит скульптурная композиция «Термометр». Напомним, проект внесен в карту развития Югры. Работы ведутся в рамках госпрограммы «Современная транспортная система», а также соглашение о сотрудничестве между правительством Югры и компанией «Лукойл». За годы эксплуатации этот перекресток часто становился очагом аварийности. После дорожной перестройки ситуация должна измениться, считают эксперты. Работы здесь планируют завершить до конца августа. Отремонтируют в городе и другие участки. Ремонт дорог на данный момент запланирован. Это по проспекту Нефтяников в районе ПТП. Контракт уже заключен. На стадии заключения контракта участок автомобильной дороги по улице Дружбы народов. Это в районе СКК «Галактика». И также будет участок улицы Романтиков. Также запланированы работы и контракт на стадии заключения – это подходы к путепроводу Поховское шоссе.